Для начала разбиваем пессимист вместе с желтком и белком. И взбиваем их на средней скорости. Параллельно добавляем сахар, не доводя эту массу до состояния безе. Должен получиться вот такой цвет. Я в душе, как он называется, но пусть будет цвет горелой бумаги. Далее добавляем 100 мл молока и 50 подсолнечного масла. Эту массу очень нежно перемешиваем венчиком, чтобы она у вас не села. Примерно вот так. Трипливом просеиваем заранее смешанную муку, какао и разрыхлитель. Затем берете вашу форму, и если у вас она съемная, я вам советую использовать нервную пергаментную бумагу. Далее переливаем его в нашу форму и отправляем в духовку на 40 минут при 180 градусах. Достаем из формы, даем остыть и отправляем в холодильник минимум на 6 часов. Six hours later. Я дождался 6 часов, и давайте же посмотрим, как оно получилось внутри. Снимаем пищевую пленку и разрезаем бисквитным ножом. Это, в принципе, все. Дальше можно делать свой любимый крем и собирать. Ну, либо есть просто, потому что он сам по себе, просто вау.